Я сожалею, что мы дошли до того уровня развития, когда нам приходится решать это на законодательном уровне. Я считаю, что это, я имею в виду, вот такое свободная однополая любовь, она ни в коей мере не соответствует традициям нашей страны. Это в значительной степени навязывается нам извне, и я, конечно, противник того, чтобы идти на поводу. Дело в том, что вот однополая любовь является, на мой взгляд, одним из механизмов, которые сейчас получают все больше распространения в мире, целью которых является изменение сути человека. Понимаете, навязывание нового формата человеческого взаимодействия и человеческой личности. И заинтересованы в продвижении такого нового формата те, кто пытается взять в свои руки управление всем миром, управление всеми людьми. То есть для них задача сделать всех одинаковыми, однополыми, стандартными, управляемыми, неспособными что-либо мыслить и так далее. Мне кажется, что историческая традиция, исторические ценности, которые, так сказать, несет русский народ, ну, в смысле россияне, они не могут согласиться вот с таким подходом. То есть геи в российской истории, они всегда стояли, так сказать, на ее обочине. Другое дело, что мы можем не преследовать их, как преследовали в уголовном порядке в советское время, но поощрять или поддерживать, не дай бог.